Бывают помидоры, которые влюбляют в себя с первого взгляда, уверены, что нашего сегодняшнего героя ждет невероятный успех. Ведь в нем великолепное сочетание превосходного вкуса и эталонного качества плодов. Нечасто встречаются такие, по-настоящему выдающиеся черри-томаты, как Pink Honey. Ну, во-первых, это высокорослый гибрид, но он прекрасно будет расти у вас в низких теплицах, пусть вас не пугает размер, который вы сейчас видите, растение, высота растений. Он прекрасно вяжет, он не боится холодов, он не трескается, что тоже, в общем-то, приятно, когда ты выращиваешь розовый черри. Ну и плюс ко всему прекрасный вкус, отсюда и название Pink Honey, розовый мед. Сколько кистей обычно завязывается на одном растении? О, это как, когда вы прищипнете, на этом он и закончит вязать. Если вы будете приспускать, то может и 15, и 20, и 30, и 40. Если отапливается теплица, то в принципе томатное дерево можно получить. Что можно сказать о его вкусе? Сахара, в кислоту, гармония? Гармоничный все-таки вкус. Некоторые любят сладкие, а есть вот вкус, вот как я его называю, ну, такой, скажем, ну, увлекающий вкус, когда ты постоянно хочешь еще его есть. То есть настолько вот именно он гармоничный и вкусный, и сладость есть, и кислинка присутствует. То есть он не крахмалистая мякоть, а именно вот то, что нас и увлекает в томате, именно вот такой вот гармоничный вкус. Насколько он устойчив к болезням, к вредителям? Да, посмотрите, вы видите болезнь. Я вот даже ни мучнистой росы не вижу, ни кладоспориоза. Растение очень с хорошей устойчивостью ко многим, даже к фитофторозу. В принципе, при минимальном грамотном уходе даже не будет проблем даже с фитофторозом. Главное, чтобы растение не было сухое. Если у вас нет отопления, проветривайте теплицы. Постоянно. И будет как у нас. Восхитительный розовый вишневидный черри-томат Pink Honey в новом печатном каталоге и в интернет-магазине «Сады России». Выбирайте для себя самое вкусное и красивое вместе с «Садами России».